собирался сказать, что наступил последний день лета. Не понедельник, не последнее воскресенье, не даже не последний вторник. Хотя сегодня последний вторник. Вообще, последний день лета 2021. 31 августа. Что мы? 9 утра. 8.10, правда. Выезжаем. В гостях хорошо, но работать надо. Переположить. Погостили у Андрюхи, переночевали. Андрюха, пламенный тебе. Спасибо за хлеб, соль. Надо ехать, 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 надо ехать. Выполните разворот на дороге с круговым движением. Съедьте, используя четвертый съезд. Пошли на Частозерье. Идем на Частозерье мимо Медвежки. Проедьте 16 километров. Озеро Медвежьего. И мы выйдем... Вот как раз в районе Частозерья и выйдем туда, ближе к Бердюшке. Ну, кружок, я говорю, сюда занимает где-то, наверное, ориентировочно километров 40. Что-то у нас сегодня ветер некоммерческий, да? Походу. Сегодня у нас вторник. Что, какие на сегодня планы? Ну, сегодня план до Омска. Дальше. Надо же попробовать все-таки с автономкой вопрос закрыть. Ночи-то холодные уже. Ну, то есть, получится там, не получится, вот. Чинить. Все советуют. Вот стоянка Роза Ветров, или как называется, в Омске на кольце, когда уже на выезд туда, в сторону Новосиба. Не знаю, попробую заехать. Сегодня, наверное, не успею уже, вряд ли они там будут работать так поздно. Тем более еще час добавляем, в Омске уже 11 час, мы туда приедем к часам 8-9 вечера тут. До туда доедем, там переночуем. Пытаемся реанимироваться с автономкой что-то. Если нет, ну что, будем ставить тогда вопрос ребром какой-то руководству. Что-то ж надо делать. И тогда уже потом рванем. Получается, выгружаться в Новосибирск мы будем в четверг. Ну, у нас как бы это... Конкретно сроков-то нет на этот, на эти матрасы. На железо, да, есть понедельник, 6 сентября. А на матрасы вообще никаких сроков бывает. В среду мы их выгрузим или в четверг. Большой разницы вообще нет. Прохладно, как бы можно было бы медвежку сгонять, искупаться. А что там, на машину кинул на дороге, 300 метров подбежал бы. Озеру искупался бы, поехал. Но сейчас 13 градусов, что-то как-то свежо для купания. Осень завтра. Нет, так-то припекает на солнышке. Ничего. Но водичка, наверное, уже холодная. Что-то тормознул. Может ломануться вот через, ну, думаю, не. Будет чересчур экстремально, правда? Это уже будет перебор. Нам еще ехать далеко. Не дай бог заболеешь потом. Что будешь делать? Стал посмотреть. Где-то там мы купались, когда я прошлым летом приезжал к Андрюхе. Не, когда ночью уже 7-8 градусов, вода уже за ночь остывает. Не, не будем мы. Испытывает судьбу, потом едет на лекарствах, эти таблетки кушай.
поедем. Ох, Олегу пропустим. Угнали до города Омску. Такой край тут, да, интересный. Еще не степь, но уже и не леса. Зато озер, озеро на озере. Ну не зря что-то мы едем на Часть-Озерье. Лебеди вон там плавают. Но то слева, то справа. Озер, море здесь. Рыбы тоже. Ну, кочки никто не отменял. Но зимой тут тоже весьма сурово бывает. Ветра такие дуют. Солидные. Особенно, когда с Казахстана начинает дуть. Потому что вот чуть-чуть в Казахстан, вот с этой стороны точно помню, когда заходишь в Казахстан, ну еще до Петропавловска там деревья, кустарники попадаются, а потом выходишь в сторону Кокчетава и совсем немного проходишь, и все, и начинается голая степь, и все, степь, 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 ну и соответственно дальше уже там практически до Алматы только степь. Что-то коровники, наверное, уже... Хотя нет, вот коровенки ходят, наверное, какие-то местные. Даже пастушок. Вот когда-то любимое развлечение было в Сибири в детстве. Коровенок пасти. Одно озеро проехали, вон еще одно. Следом вот. Тут озер. Мерн, не мерн. Красивые места, красивые. Вот дальше туда уже в сторону Омска, но там как-то так. Все больше вот так вот. Степь, березки. Как-то вот, ну не так, ну может быть просто что вдоль дороги. Не так много озер. А здесь вот именно вот эти места. Курганской области здесь. Озерный край. We'll be right back.
чувствуется дыхание осени. Целая погода портится. 13 градусов выше не поднимается, и все тучами затянуло. Я думаю, что скоро будем уже из шортов вылазить. А то все шорты, шорты. К пердюжью подкатываем. Сейчас глянем, что тут. Обычно здесь как-то последнее время полицаи и транспортники прям вот можно даже было стационарный пост ставить. Сейчас посмотрим, как тут нынче дела обстоят. В нашем Бердюжье, не в нашем, в Тюменском, который у нас на пути. Да, вот даже знак поставили, видите, транспортный контроль. Раньше не было. Но с этой стороны я его точно не видел. С той вроде бы было, а с этой я не видел. Через 300 метров едьте на дорогу с другого движения, а затем съедьте, используя первый съезд Е30. Да, вот. И гаишники на кольце тут, они по жизни. И будочка вот транспортная стоит, и вон, видите, инспектор ходит. Смоленский, Каргалайн. Каргалайнов, да, Каргалайнов они не пропускают. По поводу того, что здесь менее озерные края, я слегка погорячился я в плане вот до Омска. Здесь вот район Ишим, Тюменская область, и туда вот Тюкалинск. Озер тут мерено-немерено. О, смотрите, красавцы, Полесье, наши белорусские. Давай, 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 газуй, красавчик, давай, пошел, пошел. Не надо было так быстро, я бы тебя все равно пропустил бы. Тебе надо хлеб убирать, а я успею, никуда не денусь. На новые поля пошли. Здесь вот все убрали. Хлебушек. И теперь сюда пошли убирать. Так, и там, вон вдалеке озеро, сейчас вот Ишим, это пойма Ишима тут в районе, тут реки Ишим. Здесь этих мест таких вот рассадников комариных очень много. Туда вот Абатская, дальше туда. Кстати, мы уже скоро до Ишима доберемся, он уже вот тут 16 километров и соединимся уже с дорогой, которые идут со стороны Тюмени. Дождик у нас. Ну, осень, осень. Все, осень. 11 градусов. Осень, осень. Пришла пора. Лето пролетело очень-очень быстро. Четинские. Наверное, на море на бархатный сезон едут. Могу предположить. Еще погреется, погреется. Купаются. Это вот все заливает вот в Абатском, когда большой паводок, все под водой. Зарулили в Абатское, так как обычно, в магазинчик того сего, по мелочам подзаправили. Андрюха, дай бог тебе здоровья, мясом утарил. Красавчик.
Главное, чтобы ты не доголодал. Я говорю, ну спасибо, дорогой. Изменение сути маршрута, все изменение маршрута. Что ты тут, дороги тут не видишь или что? Омск, 264. Судя по количеству идущих здесь машин, тут уже тоже, в принципе, четырехполоска не помешала бы. До Красноярска надо тянуть. Полностью. А вот он и Ишим. Красавчик. Мост не красавчик, Ишим красавчик. Ой, а где вода? В ручеек превратился. Не, шучу, конечно, насчет ручейка. Вот эти вот все луга, тоже как-то я ехал, где сейчас вот сенокос. Все в воде было, все. Даже вот эти пооставались, как их, запруды, озера небольшие. Пацаны со снастями, где мы сегодня наловим рыбки. Ой, да не пацаны там, дедушка с бабушкой. Молодцы, время проводят здорово. Правильно. Движение — это жизнь. Так, давайте, наверное, этого товарища мы сейчас к нему приблизимся и обгоним. Потому что он, скорее всего, будет ехать медленно. Успеем до газельки? Должны. Тут можно и надавить на педальку сейчас. Вот где тот лесочек, там такой хороший подъемчик будет. Нам с нашими тоннами есть смысл поднапрячься. Вернее, разогнаться. Повеселее на него зайти. Что-то позвонили там по паре контор. Ну вот, кроме того, вот. Ну и то я еду по совету там друзей, что именно там вот ребята как бы делают. Ну вот куда. Шеф говорит, куда не позвоню, в Омске, говорит это. Как только слышат мокрое, все. Нет, говорит, не восстанавливаем. Не лечим. Как так-то? Короче, лечат только сухие. Шеф категорически отказывается. Ну, я, в принципе, как бы поддерживаю ставить мокрую, ой, сухую. Все-таки мокрая есть мокрая. Не зря же она здесь установлена. Совсем другие ощущения утром, когда просыпаешься. Когда спишь с мокрой нашей автономкой. И вспомнишь старые ощущения, когда с обычной. Небо и земля. Вот он наш подъемчик. Небольшой, но крутоватый. Заходим 90. Сколько выйдем? 31,2. Вот уронило. Считается уже на 1,5 литра. Был 3
32,7, сейчас 31,2, на 1,5 литра уронило. Довольно лихо. 74 зашли. Вообще красиво. Молодец, красотка, затащила четко. Вот тут за Тюкалинском, я так понимаю, они тут подымают, подушку делают. Или вообще тут какой-то мост замутили, или что, потому что тут, видите, как вода. Тут вообще вода к федеральной дороге подошла. Еще и тогда, когда я ехал. Что-то они здесь... Уже дренаж какой-то. Потому что вот... Ну, подняли, тут было ниже. Вода почти переливалась на дорогу. Да, дренаж вот делают, чтобы она могла здесь перетекать тут туда-сюда. Иначе тут бы скоро уже смыло бы. Болото подбирается с озерами. Видите, как? Что хотите, можно купить. Кого что интересует? Печально, да? Так все выглядит. Березок загубили или загубилась, прям вот как этот, короче, одни кушинки и камыши вокруг, больше ничего нет, и болото. Яра до Омской объездной, вот уже почти всю дорогу укатали, наверное, половина уже полностью расширили, а тут вроде как была и двухполоска, ну, четырех вернее, такая, скажем так, 1,5 до 1,5. Ну, немножко им осталось, я думаю, до зимы закончат. Верхний слой положить получается. А сразу как с Красного Яра выходишь, уже все полностью широкое. Катишься и катишься. Нет, не всю. Вот. 1,5 полосы начались. Ну как 1,5? Ну это 2. Ну, немножко узковатенькие. Ну нормально. Или это уже новый здесь? Нет, здесь уже, наверное, новый лежит. Старый тут был такой, подгулявший. Довольно-таки прилично. Так, сколько это часов прибавляет? Без 10,4 плюс 3 часа, по-моему, да? Без 10,7. Мы уже
районе Омска. Город Омск, город Омск. Обошли. Почти. Так, ну что? Короче, ремонт автономки пока в Омске точно так же откладывается. По причине стоянка, ну, за которую мне тут парни говорили. Говорили, что там кудзесник работает по автономкам. Туда мы дозвонились, пока ехали. Там не работает. Сказали, что их там просто нет. Во всяком случае, пока они там не работают. Были у нас тут еще кое-какие планы. Тут Александр с Омска. Хотели мы тут кое-куда проехать. В одно очень интересное место. Но пока придется отложить данное мероприятие. Почему? Потому что, ну, время 7:30. Останавливаться здесь еще рано. Так-то думаю, если здесь останусь ждать ремонта, то есть до завтра, то можно было бы и прокатиться. Куда, пока не скажу. Ты ж красавчик. Вот. Поэтому мы пока продолжаем движение дальше. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Завтра тогда нам надо разгрузить наши матрасы. Осень наступает, завтра первая. Детишкам матрасики нужно. Садики. Еще куда-нибудь, неважно. Ну, фишка в чем? В общем, завтра планируем выгрузиться. Все-таки в среду. Так-то думали, что если мы здесь займемся ремонтом, то, понятно, в среду мы уже никак не успеем. Ну, а раз так получается, то едем дальше и с расчетом выкинуться завтра. Ну, а дальше с автономкой что? Будем думать, думать. Ночи холодные уже. Еще пока терпимо, но это не есть вырывал спать в холоде. У нас уже тут потихонечку темнеет, скоро совсем стемнеет. До выгрузки отсюда еще 648 километров. По версии Машки, ну и по версии Дашки тоже. В этот раз они почему-то, на удивление, едины в своем мнении. Ну, звонили тут еще по некоторым телефонам. Весь Омск звонили. Как только слышат слово мокрое, все. Ой, нет, извините, туда-сюда. Ну, правильно, не так часто, вернее, редко встречаются такие. Вот здесь, на этом кольце, вот с правой стороны, вот эта стоянка «Роза ветров» называется. Ночевал пару раз, ну, как бы мне она не очень нравится. Грязно здесь. Хотя тут, ну, я смотрю, какая-то стройка идет. Может, они уже здесь чего-нибудь облагородили. Не знаю. Заезжать проверять не будем. Никого, и это хорошо. Вот она. Не, наверное, все как было, так и осталось. Хотя что-то делают.
Дозвонили здесь еще до одних. Вот на той стоянке, вот которая сейчас будет с левой стороны. Говорит, да, делаем. Да, говорит, знаем вашу автономку. Ну, за что купил, за то и продаю. Но, говорит, мы это... Говорит, снимайте ее где-нибудь и привозите нам. Но это ж не сухая, это сухой фен там снять, там два болтика открутил, два шланга отсоединил и розетку, электрику отсоединил. Все. А с этой уже тут немного вариант сложнее. Ее не так просто снять, эти патрубки все, у нас наша система охлаждения. Поэтому сказали, что мы, говорит, у нас, говорит, условий для снятия нет. Вот здесь. Ну, нет, на нет и сюда нет. Что делать? Раз нет, вот автономки написаны. Видите, автономки здесь. Но они тут их не снимают, такие как у нас. Едем дальше. Что-то будет. Починим. С нашим шефом я даже в этом не сомневаюсь. Где и как, я думаю, мы с вами скоро об этом узнаем. Или не очень скоро, но все равно узнаем. А пока катим дальше на восток. Вот, Машка уже потемнела. Была светленькая, стала темненькая. Ночь, говорит, наступает. Да-да, Машунчик, да-да. Сейчас в Новосибирскую область заедем, и еще часик добавится, вот уже плюс 4. Так что Омск, Саша, мы с тобой запланировали. Будем надеяться, что на обратном пути все получится. Ну и пламенный Омску. Хороший город. Интересный. Набережная красивая. Доводилось ездить. Че у нас завтра зато по катушке по Новосибу получится. Выгружаться так довольно-таки в центре я посмотрел. Но это будем завтра. Не будем бежать пока впереди паровоз. Часто концентрация ДТП. Развязка. Направо это на Павлодар, Черлак, Павлодар, Казахстан, короче. А нам пока целый час просто. Просто 643 версты еще. Строго на восток. Что-то муцат, да? Мостик. Ага, мостик разобрали. Реанимируют. Поужинаем на закате дня, да? Уже за Омском. Не стал на стоянку заезжать никуда. Какая-то заправочка, октан какой-то. Мусор выкинем. Машинку обойдем. Так-то вроде как все хорошо. Пока светло, посмотреть колесики. Вроде все как бы хорошо. Перекусим сейчас что-нибудь и поедем еще дальше. Рано еще становиться. Спать.
Вроде все гуд. На Новосиб нам вон туда. Огонь. Дни все короче и короче. Вот мы уже все больше и больше начинаем в потемках ездить. Что-то у нас здесь впереди случилось. Какое-то ДТП по рации предупредили. Мигалки. Что-то у нас здесь произошло. Что-то произошло, и, судя по всему, наверное, довольно-таки серьезное. Вроде довольно пустая трасса. Надо аккуратнее, ДТП. Ну да. Ушки не поделили чего-то на дороге, что-то случилось, что-то кто-то кому что-то подрезал, помешал, вылез. Ну, главное, чтобы без жертв.